Ну, наверное, стоит прежде всего сказать то, что футболисты молодцы. Огромный им респект. Они доказали, что они прекрасные люди, прекрасные футболисты, и у них отличный коллектив. А что касается игры, то я им сказал, что если они будут единым коллективом везде и всюду, то это, наверное, залог успеха в любых играх. Да, можно где-то не выиграть, но то, что они будут отдаваться полностью друг за друга, это, наверное, основное. В игре были хорошие моменты, также были простые потери. Разберем, идем дальше. Любые 3 очка, они всегда хороши. Тем более учесть, что 2 последние игры чемпионата мы не побеждали. Наверное, сегодня так сложилось. Наш день. Сегодня команда забила 5. Это, наверное, и немного для вас удивительный результат. Или... Для меня нет. Для меня нет. Видя, наверное, их глаза, их настрой, для меня не удивительно. Просто я говорю, что, наверное, вот это понимание, что коллектив выигрывает игры, потихонечку приходит к нам, и ребята все сплоченные, ребята все хотят, ребята все переживают, ребята все друг за друга будут стараться в каждом матче. Ну, я как говорю, что футбол, это он прекрасен, что ты можешь и выиграть, и проиграть как-то, но главное быть вот этим единением везде и всюду. Я уже не раз говорил и в том чемпионате, что единство в коллективе – это уже 50% залог успеха. Поэтому надо двигаться вперед. Игра прошла, это история. Впереди другие игры. Ребята сами все видели. Ребята знают, где хорошо, где плохо. Надо убирать плохое, сохранять хорошее и добавлять. Поэтому, конечно, легких побед никогда не бывает. Неважно, какой счет. Ну, за любую победу дается 3 очка. Велес, наверное, самая играющая, одна из самых играющих команд. Потому что, просматривая всех соперников, так получается, что мы смотрим игру с Велесом. И люди хорошо контролируют мяч. Люди хорошо разворачивают, хорошо подстраиваются, я имею в виду футболисты. Тренерский штаб, который поработал на хорошем уровне в «Спартаке», и молодежной сборной, умеют играть и прививают хороший футбол. Поэтому, конечно, нам нужно было постараться это не позволить им сделать, потому что тут уже кто кого. Ну, нам удалось чуть лучше, наверное. Сегодняшняя победа – это все-таки продолжение матча со СКА. Это был сильный удар, наверное, по самолюбию, и сказалось на подготовке сегодня? Не сказалось ни в коем случае. Кубок – это отдельный, как говорится, отдельная каста, а чемпионат – это отдельная каста. Поэтому... Для меня, как для тренера, любая игра только на победу. Так же, как и для футболистов, мы их приучаем, потому что, наверное, многие знают, у меня на заставке стоит никогда не быть номером 2, а быть номером 1. Но надо всегда стремиться к лучшему. И они, надеюсь, это понимают и будут стремиться. Да, я говорю, есть, конечно, какие-то проблемы, но то, что есть коллектив, это уже меня не то, что радует, а восхищает. И я им говорил, что... Еще раз повторюсь, благодаря коллективу они будут добиваться больших успехов. И как в одиночке, так и в командных целях. Потому что футболистами становятся в коллективе. Это не спорт, где ты сам за себя. Ты за коллектив отвечаешь, и тебя коллектив делает игроком. Сегодня Павел Долгов оформил хет-трик, причем сделал это головой. Насколько вы рады его достижению? И были ли случаи в вашей карьере, когда футболист в одном матче забил 3 именно этой частью тела? Ну, наверное, не было. Насколько я рад, но я, как тренер, я рад за каждого футболиста, который забивает, отдает, играет хорошо, выручает команду, который переживает на скамейке, который выходит и не уходит. У меня такая роль, поэтому я за каждого футболиста своего всегда радуюсь и огорчаюсь, если он играет неудачно. В карьере, ну, я не забивал точно 3 больше 2, не забивал и не видел, чтобы хет-трик делали головой. Ну, это конек нападающего, поэтому оказывается в той точке, где доставляется мяч плюс, наверное, хорошие передачи сегодня были в штрафной площади.